Земля от света повернет во тьму. Так, и вот тут, ребята, когда осталось 7 минут, уникальнейшая, я просто пока так, как бы это называется, преамбула, уникальнейшая случай, да, вот, уникальнейший случай, который я даже не хочу рассказывать, потому что я просто вас интригую. Он настолько уникален, вот, он настолько уникален. И вот это самое главное было разгадать эту загадку. Я ничего не хочу сейчас говорить. Ну, кстати, кроме того, что ошибка у человека была. Наш парень, мужик, отлично, все. Но вот зачем он мазал прямо на ствол эту самую лакмастику Долматова, это была страшная ошибка. Вот. Правда, убедить его я так и не смог. Вот. И немножечко я хотел коснуться. Это как бы я сейчас делаю как преамбулу. Немножко хотел коснуться. Почему? Ну вот, еще несколько минут есть, смотрите. Павел Котов. Если нажать, там окажется все у него там на сайте. И окажется, что он вроде мужик непростой, но это наш оппонент. Смотрим. Вегетативная гибридация невозможна. Понимаете, не происходит обмена генетического материала. Это я про это слышу уже, читаю. Это было до моего рождения уже все. Понимаете? Вот. У них невозможно. А у нас это дерево стояло, ломал голову этот самый. Сам Дускобилов, завлап Институт аграрных проблем. И самый для меня важнейший авторитет Филиппов Владимир Викторович. А это вот самое, хотя Таня не тот уровень, конечно. Но даже она отличит Ладу от этого самого. От дикой груши. А прививки-то нет. Я хочу, чтобы это вы немножко поняли, о чем будем говорить в следующий раз. А вот это вот он не дает двигать, и вот такие люди. Не то, что он сильно авторитетный. Нет. Просто у них по-другому это выглядит. Этого не может быть никогда, и все.